Всем привет! Мы на канале Хлопушка. И сегодня мы совместно с ресурсом «Диты вместе», где мы, кстати сказать, очень часто черпаем инфу о мероприятиях для малышей, расскажем о детском пространстве клумба в торговом центре «Проспект». Пространство одновременно развлекательно-образовательное для деток и расслабляюще-отдыхательное для их родителей. Итак, отправились мы, значит, за покупками, и рядом со входом в кинотеатр наткнулись на представление кукольного театра. Понятное дело, что дальше уже никто и никуда не шел. С подачи Арины все дружно превратились в зрителей. Сюжет отследить не получилось, но тем не менее посыл уловили очень четко. Обрывать растения – это скверно. Небольшая поношенность реквизита с лихвой компенсировалась актуальностью саундтрека. Дети были в счастье. И уже уйти со второго этажа нам удалось только через пару часов, потому как активности сменяли друг друга, и каждой очень хотелось поучаствовать. После порции культурного угощения малышам предложили немного передохнуть и устроить дикие танцы со львом. А после началось мероприятие под названием Art and Creative Lessons – авторские задания. Тут были и классические раскраски совместно с гипермаркетом творчества ArtMart, о котором мы уже рассказывали, и развивалки, с которыми нашим малышам помогли справиться две милые девушки. Больше всего Арише понравилась идея чудной девочки Юли, которая сама разработала мастер-класс по рисованию мега-популярных в определенных кругах My Little Pony. По цветному примеру и пунктирному наброску она предложила малышам самостоятельно нарисовать, а затем назвать радужную лошадку. Тут же помогала и направляла юных художников, одновременно рассказывая истории жизни мультяшных животных. Кстати, Юля – начинающий ютубер и страстный фанат My Little Pony, так что если вы ищете полезное и интересное видео о подобной тематике, вам сюда. К слову, пространство клуба открыто для новых идей, креативных начинаний и детских мастер-классов в формате edutainment – образование и развлечения. И если у вас есть что на примете, торговый центр «Проспект» будет рад сотрудничеству. Все ивенты в клубе проходят по выходным с 12 до 6. Афиша меняется каждый месяц, и посмотреть ее можно в любое время на сайте ТРЦ «Проспект» в разделе «Развлечения». В октябре, кстати, обещают серию квестов для детей от 4 лет, и мы уже в ожидании. А рассказал нам все это куратор чудо-пространства Владимир, добрый, приветливый человек с уважением и вниманием, относящийся к деткам. Кроме организационных вопросов, Владимир активно участвовал в мастер-классах и помогал самыми маленькими капризульками, пока мамы позволяли себе передохнуть, что редкость для кураторов таких пространств. В заключение хочу сказать, что тут нет возможности оставить ребенка без присмотра родственников, но согласитесь, возможность в спокойствии насладиться кофе, наблюдая, как твое чадо весело использует, проводит время, тоже дорогого стоит. Вот так мы открыли для себя клумбу с ее абсолютно бесплатными крутейшими мероприятиями, повеселились, подучились и набрались позитива на предстоящую рабочую неделю. На этом все. Всегда рады лайкам, подпискам и комментам. Всем пока!